Привет, ребята. Меня зовут Кривошейна Елена. Где нужно ник? Я обычно Келине. Я в гостинице в Казани. И мы ездили в магазин Икея, чтобы купить определенный товар под скидочный купон, который нам достался. Значит, что я такая растрёпанная? По причине битвы в магазине Икея. Ну, значит, смешно и грустно, может быть, кому-то пригодится. У меня подруга чего-то там сделала на сайте Икеи, поиграла или что-то такое. В какие-то игры поотвечала на вопросы, и ей дали купон на скидку 15%. Ну, в принципе, как бы скидка очень даже неплохая. И поскольку она сама не могла поехать, она попросила меня съездить в Икею, товар купить, и заодно, поскольку мне нужен был свой тоже определенный товар, скидку, как бы скидка могла распространиться и на мой товар. Значит, все было круто, пока я не дошла до покупки. Я спросила, показала этот купон, спросила, действует ли он, скидка, да, все действует. Я начала отбивать товары, подумала, а что, неплохо бы отбить наши товары на разные чеки, то есть подруге один чек, мне другой чек, то есть, ну, как бы сразу наглядно видно денежка, сколько что, на что потрачено. И вот, я такая ворона, ну, в смысле, я ворона и продавец, скажем так, ворона, то есть я отбила половину товара, подсунула скидку, у меня все сработало, скидка прошла, чек отбился. Я отбиваю вторую половину товара, а мне сообщение на автомате, что ваш купон уже использован. То есть, по идее, как бы один купон идет на один чек. То есть я не сообразила, действительно, ну, товар же мой, я же отбиваю, это ж я, значит, один купон одному покупателю. Но смысл такой, что один купон на один чек. То есть вот берете вы там, не знаю, какую-нибудь зубную щетку за 20 рублей отбиваете, и все, ваша скидка полетела. Хотя вы могли набрать там что-нибудь на 10 тысяч, и скидку эту самую в 15% как бы запросто и с удовольствием получить. Вот, ну, как бы, имейте в виду, да, если у вас есть купоны, один купон на один чек. Но, видите, я начала, ну, не то что спорить, а как бы говорить, ай-яй-яй, как так, специально из другого города под эту скидку мы приехали, то есть давайте что-то сделаем, может быть, этот, ну, какой-то сервисный возврат, еще что-то. Вот, и со мной очень долго припирались, сказали, сделать ничего невозможно, чек выбит, но вы можете вернуть этот товар, но скидка вам не вернется, скорее всего. Вот, и в конце концов пришел еще один человек, ну, то есть сначала продавец со мной разговаривал, потом пришел администратор женщина, потом пришел, вот, после долгих препирательств пришел молодой человек, тоже администратор, и представляете, оказывается, можно было как бы отменить чек, то есть, ну, как ошибочно выбитый, да, чек не отменили, и скидка вернулась, то есть купон как бы получился неиспользованный. И после этого я уже пробила товар весь на один чек, и скидку эту все-таки получила. Так что просто совет, вдруг у вас тоже есть купоны, вдруг у вас есть скидки, чтобы не лопухнуться. Один купон на один чек. И удачных вам покупок в Икее. И чтобы вам сразу попадались профессиональные, хорошо подкованные продавцы и администраторы, как вот этот молодой человек, который пришел последним, который, в общем-то, сделал все как надо, и все получилось. Все. Хороших вам путешествий, хороших покупок. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.